Шо, ребята, всем здарова, с вами канал Ва4. Как обещал, да? Настройка руля для Артлауса. Как же использовать... как настроить руль, данный руль, для настроек именно в... Господи, в ETS-ке. В ETS-ке, как данный руль настроить. Те же самые настройки я использую именно в Америке. В Америке трак-симуляторе. Та же самое. 18 остальных колес, там уже надо по-своему. Вот. Поэтому, ну, этот автобус вы уже видели обзор, как всегда, понятное дело. Вот, заходим мы, настройки, плюс, когда уже руль определили, ну-ка, где, сейчас, настройки, устройство, ну вот, когда вы руль уже определили, все, находим игровой процесс, вот, не игровой процесс, да ё-моё. Устройство также вот это. Когда определили, все. По типу строев. Самое первоначально можно поставить геймпад. Но геймпад вы будете руль вот этот сильно выворачивать. Прям вообще сильно. Но я ставил рулевое колесо. Не знаю, я ставил рулевое. Трансмиссия упрощена, автоматическая, понятно, адаптивная КПП выключена. Чувствительность руля я поставил на всю, и мне, в принципе, это достаточно. Как бы... Искать там, как бы, я не вижу смысла. По нелинейности управления то же самое. Я ничего не настраиваю, просто я просто убавил ее. То есть у меня вот так вот получается. Да, то есть и мне под такими настройками достаточно играть. Обратную связь я поставил, но я не менял ничего. По оси рулевого колеса. То есть мне достаточно так. Вот, пожалуйста. Я на чуть-чуть поставил двухнаправленный. Все. Ось педали мне достаточно вот. Тоже чуть-чуть я поставил, не на всю, чтобы прям вообще чуть-чуть. Именно по педалям тормоза я даже не прибавлял ничего. То есть я оставил как есть. Но ось сцепления нету, понятное дело. Ось по обзору тоже так далее нету. То есть это все отсутствует, пожалуйста. Ну, можно это все поставить, понятное дело. Вот, поэтому такие настройки где-то может быстро, где-то... Как-то так, но я скажу, что мне лично нравится так. И те же самые настройки вы можете использовать для Америка Трак Симулятора. То есть ничего без всяких проблем. Для 18-ли колес это уже там, соответственно, так сказать, там уже другое, да, там уже можно поставить и чуть-чуть мертвую зону, то есть там можно выбрать и так далее. То есть 18-ли колес это уже другое, отдельная тема, так сказать, да. Но для 18 для Евро Трака Симулятора 2. И для Америка Трак Симулятора я использую это, такие настройки. И мне достаточно. Вот. Этот джесс я осуждаю. Просто я говорю, что мне достаточно его. Вот. Поэтому такие у нас дела, ребят. Поэтому с вами канал 24. Вот, используйте такие настройки, если купили данный руль. Поэтому и катайтесь с удовольствием. Пока. До встречи. До новых встреч. До стрима.